Дорогие друзья, сегодня я вам показываю зарядку, чтобы ни у кого не болела спина. Первое упражнение смотрим. Значит, руки вверх, ножки на ширину плеч и пошли раскачиваться. Раскачиваемся, как бы луна за спиной, как дерево качается. Вот такие повторения делаем до 10 раз. Раз, два, раз, два. 10 раз выполнили, дальше опять встаем, делаем ручки вверх и вперед. Это же упражнение вперед. Раз, два, раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох. Это же упражнение делаем 10 раз каждое утро. Далее встаю в профиль. Что мы делаем? Делаем как гусеница. Прогибаемся назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Вдох, выдох, вдох, выдох. После этих упражнений ручки вверх и тянемся, 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 тянемся. Вытягиваем позвоночник свой, вытягиваем позвоночник. Следующее упражнение. Должен быть гимнастический мат. Ложимся на мат. Ложимся на мат. Теперь аре, битте. Рекс. Йо. Ложимся на мат. Выравниваемся. Вытягиваемся. Немножко отдыхаем. Ножки ставим в коленях на изгибе. И упражнение. Ручки вдоль туловище. И поехали. Раз, вдох, задержали дыхание. 5 секунд буквально. Выдох. Плавненько делаем. Быстро не надо. Здесь работает как раз позвоночник хорошо у вас. Утренний. Опять. Вдох. Задерживаем дыхание. Держим, держим 5 секунд. Выдох. Вдох. Держим 5 секунд. Выдох. Вдох. Прогибаемся как можно сильнее. Выдох. И еще раз. Вдох. 5 секунд держим. Выдох. Следующее упражнение. Ручки на размаш. Ножки вытягиваем, правую ногу ставим на левую и пошли скручивание позвоночника. Значит, ножки идут у нас влево, голова идет вправо. Как бы скручиваем. И пошли. Раз. Задержали. Два. Ставим вторую, левую на правую. Наоборот делаем. Значит, вправо идут ножки, влево идет голова. Раз. Два. И так далее 10 раз. Еще раз показываю. Раз, два, раз, два, раз, два. Buenos días. Раз, два. Следующее упражнение. Сгибаем ножки. Сгибаем ножки, чуть-чуть оставляя их. И поехали опять. То же самое, что делали с ногами, а теперь с коленками. Поехали. Влево, голова идет вправо. Раз, вдох. Задержали, выдох, вдох, вправо, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Каждое упражнение выполняем по 10 раз. Теперь ножки приподнимаем как бы буквой Г и также делаем скрутку. Влево, раз, голова вправо, выдох, два, выдох. Раз. Вдох. Выдох. Раз. Выдох. Все. Тоже повторяем 10 раз. Следующее упражнение. Берем, значит, руки
коленки сводим как можно сильнее к туловищу, голову тянем. И коленками как бы упираем в обратную сторону. Руки держим и упираем, сопротивление делаем. Итак, поехали. Вдох. Задержали дыхание, держим 5 секунд. Выдох. Опять вдох, держим, выдох. Это упражнение делаем тоже 10 раз с повторениями. Следующее. Руки за голову, лежим. Коленки у нас стоят на ножках, согнутых. Поехали. Раз. Левое плечо к правому колену. Два. Правое плечо к левому колену. И поехали. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение тоже повторяем 10 раз. Теперь что мы делаем? Немножко отдыхаем, вытягиваем ручки вдоль позвоночника. Ножки тянем. Немножко вытягиваем позвоночник, отдыхаем после этих упражнений. Теперь переворачиваемся. Встаем на корточки. И поехали кошку делать. Значит, вдох. Выдох. В обратную сторону. Вдох. Спину изгибаем. Выдох в обратную. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение делаем тоже 10 раз. Теперь диагональ идет у нас. Идет левая нога вдоль и правая нога. Держим 5 секунд. Вдох. Задержали 5 секунд. Держим. Выдох. Следующий меняем. Раз. Идет правая рука, левая нога. Вдох. Выдох. Следующий опять. Левая рука, правая нога. Голова вдоль идет. Выдох. Раз. Следующее упражнение. Значит, с коленки сгибаем. Немножко расставить можно коленки. Сгибаем и смотрим, значит, куда подаются коленки, ножки, туда и смотрим. Раз. Как бы смотрим на пятки ног. Два. Раз. Два. И стараемся увидеть их. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Это упражнение делаем тоже 10 раз. И последнее упражнение на мате. Значит, что делаем? Присаживаемся на свои ножки, вытягиваем руки и как можно сильнее расслабляемся, вытягиваем позвоночник. Дышим равномерно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И самое последнее уже без мата. Подходим к ровной стене. Харальд Битте. К ровной стене. Дас. К ровной стене. И надо постоять. То есть постоять минуток от 3 до 5. Ровненько. Харальд, дас рюке. Гераде аус йо. Гераде. Вот, ровненько стоим и прижимаем. Значит, вся проблема всегда позвоночника, когда расслабленные спинные мышцы, вот здесь идет прогиб. Вот этот прогиб мы равняем по стене. Вот что мы и делаем. И дышим спокойно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И так стоим от 3 до 5 минут каждый день в конце всех упражнений. Всем большое спасибо, всем хорошего дня. Привет с острова Тенерифе, из города Пуэрто-де-Ла-Крус. И сегодня покажу вам маленький...